Вопросы коммунальной инфраструктуры обсуждались и на очередном заседании Тверской городской думы. В частности, депутаты рассмотрели вопрос о выделении средств для оплаты городского освещения, передачи из муниципальной собственности в госсобственность Тверской области аптеки номер один, утвердили изменения в бюджет города Твери на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. А также согласовали установку скульптуры святителя Симеона на Соборной площади. Об этом рассказывает наш корреспондент. Один из вопросов очередного заседания Тверской городской думы – это изменения в городской бюджет. Корректировка муниципальной казны связана с увеличением налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 115 миллионов 223 тысячи рублей. Эти дополнительные средства будут реализованы по нескольким направлениям. В основном распределяли мы эти деньги на городскую инфраструктуру, на дополнительный ремонт школы 17-й. Были выделены деньги на благоустройство. Выделили деньги на освещение города Твери. Также на заседании Думы было принято решение о передаче из муниципальной собственности в госсобственность Тверской области МУПа «Аптека номер один», что на проспекте Чайковского, 31. Обеспечение лекарственными препаратами – это полномочия области, и решение депутата вполне объяснимо. Еще Дума поддержала предложение регионального благотворительного фонда «Собор» об установке на Соборной площади скульптурной композиции «Святой епископ Симеон благословляет святого благоверного князя Михаила Тверского на строительство Спасо-Преображенского собора города Твери». Эта скульптурная композиция хорошо украсит Соборную площадь, будет таким, наверное, якорем или точкой притяжения для наших туристов, в том числе и жителей города. Это историческое событие, которое реально было. Композиция изображает беседу первого тверского епископа с 14-летним князем Михаилом Тверским, который представляет проект нового храма. Памятник будет отлит из бронзы, расходы на его изготовление предполагаются из внебюджетных источников. Открытие планируется приурочить ко дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, который отмечается 5 декабря.